Август – традиционная пора отпусков. Одни предпочитают отправиться за город, на дачу, другие пакуют чемоданы и летят на море. Каждый строит планы, исходя из финансовых возможностей и личных пожеланий. Мы решили выяснить, какой формат отдыха предпочитают ивановцы. Вы куда-то собираетесь поехать отдыхать или уже успели куда-то съездить? Нет, пока не успела. А куда бы поехали? Ну, наверное, в Испанию. Почему Испания? Ну, потому что мы каждый год там отдыхаем. Куда ездили? Геленджик. Расскажите поподробнее. Ну, море грязновато. А так, в принципе, мы отдыхали в хорошем пансионате. Все устроило. Ну, на наш юг. В Крым, может. Может, в Сочи. Не знаю еще. На чем поедете? На машине. На своем личном транспорте. Почему не самолет? Ну, не знаю, не люблю их. Ездили ли вы этим летом куда-то отдыхать или еще только собираетесь? Только собираюсь еще. Куда собираетесь, поподробнее расскажите. Ну, вы знаете, я даже сейчас вот решаю, куда лучше. Может быть, в Турцию. Может быть. Вот. А где-то в августе месяце хочу. Просто уже хочется отдохнуть на море. Каждый второй на вопрос об отпуске отвечал, что этим летом точно выберется из города. Направления самые разные, от русского юга до популярных Турции и Таиланда. Впрочем, нашлись и те, кто готов поддержать внутренний туризм. В топе волжские города региона – Плёс, Кинешма, Юрьевец. Куда собираетесь, расскажите? В Крым. Почему в Крым именно? А потому что мы там прожили 20 лет. Там у нас друзья, там мы жили, там у нас дети родились. А какие-то города нашего региона? Нет, не получается. А почему Плёс, Юрьевец, замечательные города? Плёсе, естественно, были. Плёсе были. В этом году ездили в Сочи, летали на самолете из Москвы. Обратно прилетали уже самолетом в Сочи-Иваново. Все очень понравилось, были в Сочи уже третий раз. Вот. Все здорово. Как вам авиасообщение Сочи-Иваново? Ну, наш аэропорт оставляет желать лучшего. Но, в принципе, самолеты нормальные. Ну, на дачу, на море, в какие-то другие города наши? Нет, наверное, выезжать не буду. Почему? Ну, так обстоятельства складываются. То есть, где вы в итоге проведете август? Ну, скорее всего, где-нибудь в лесу рядом, за грибами ходить буду. Поедем в Сочи отдыхать с мужем в августе. На чем поедете? На самолете полетим из Москвы. До Москвы трансфером будем добираться. Почему именно Сочи выбрали? Ну, на данный момент просто нету загранпаспорта, вот. Поэтому Сочи, мы там не были, хочется посмотреть, что там сделали в 2014 году. Многие уверяют, что весь августовский отпуск проведут в Иванове. Максимум пару раз ездят на дачу. Несмотря на госпрограммы по развитию регионального туризма, отдых на Черноморском побережье по карману далеко не всем. Что говорить о путешествиях в другие страны? Загранпаспорт есть лишь у каждого четвертого россиянина. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.